Доброе утро, можно так сказать. Сейчас ночи. Мы еще в Италии. Скоро подъезжаем к Австрии. И я иду в мужской туалет случайно. Я сплю как срок. Я пыталась слушать музыку, слушала, а потом проснулась в итоге и уже третий альбом играл, а я все прослушала. Вот так. Короче, сплю уже 4 часа. Ну что, 4 часа утра, и мы в Австрии. Так что нам осталось... Уже в Германии? Мы уже в Германии, я всю Австрию проспала. Так что следующая остановка Чехия, ура! Доброе утро, 8 часов утра, и мы уже в Чехии. Скоро-скоро будем в Праге. Я проспала всю дорогу. Дорогу вперед. Я все время говорила, что я сплю, но по сравнению с тем, что происходит сейчас, я вообще не спала. Я просто сейчас сплю и сплю и сплю, вообще не просыпаюсь. Туалеты на чешских заправках. Автоматически мыло, короче. Вот тут такая стильная раковина, стильная вода тоже автоматическая. Подносишь руку, она течет. Вообще, по-моему, очень красиво все сделали.